Всем привет! В настоящее время у аквариумистов распространено около 10 разновидностей анубиусов. Все они выходцы из тропической Африки. Большинство видов являются редкими гостями в аквариумах любителей, так как содержать их довольно сложно, а растут они сравнительно медленно, особенно в условиях аквариума. Все анубиусы хорошо переносят затопление и могут расти под водой. Однако правильнее содержать их в условиях влажной оранжереи или в полюдариуме, где они растут значительно быстрее, чем в аквариуме и цветут. Выращиваемые в аквариуме анубиусы довольно капризны. Содержать их следует в тропическом водоеме с питательным грунтом, содержащим большое количество органики, в чистой, регулярно сменяемой воде. Очень важно правильно подобрать освещение. Оно должно быть достаточным, но не избыточным, так как анубиусы очень боятся обрастания водорослями. Во влажной оранжерее для анубиусов надо создать сильное рассеянное освещение и поддерживать температуру 26-30 градусов. В качестве грунта можно использовать смесь дерновой земли, перегноя, торфа и песка. Грунт должен быть постоянно влажным, так же как и воздух. Размножают анубиусы делением корневища. От материнского растения отделяют конечную часть корневища с тремя листьями и несколькими корешками и переносят ее на новое место. На старом корневище вблизи среза через 2 месяца появляется новая ростовая почка. Такие почки могут образоваться и в других местах корневища. Анубиусы очень широко используются в аквариумной культуре как любителями, так и профессионалами. Первые ценят в нем, прежде всего, неприхотливость. Анубиус – очень выносливое растение. При его содержании нет необходимости организовывать мощное освещение. Зачастую можно ограничиться минимальным внесением удобрений и углекислого газа. При этом выглядит анубиус крайне привлекательно и имеет сочную зеленую окраску листьев. Медленный рост и небольшие затраты на создание оптимальных условий делают анубиусы незаменимыми растениями в так называемых ленивых аквариумах для любителей минимального ухода. Профессионалов привлекает в анубиусах огромное разнообразие видов, отличающихся размером, формой и цветом листьев. Различные виды растений можно использовать на переднем, среднем и задних планах аквариума. Есть возможность привязывать их к камням и декорациям. Медленный рост также на руку оформителям. Ведь благодаря этому дизайн длительное время сохраняет свою изначальную задумку. Незаменимы анубиусы и в аквариумах с рыбками, любящими полакомиться свежей зеленью. Большая часть других видов растений будет с удовольствием съедена рыбками. Проблема выкапывания растений также легко решается выбором в пользу анубиусов, поскольку выращивание возможно не только в грунте, но и на декорациях. Всем спасибо за просмотр!